Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале IT-Доктор. Это канал для всех, кто хочет научиться веб-разработке. Рассмотрим функцию разделения окна редактора Brackets. Зайдем в редактор. В меню вид мы видим вертикальное разделение и горизонтальное разделение. Вертикальное разделение выглядит следующим образом. Горизонтальное выглядит так. Мы можем открывать файлы в разных частях окна. Чтобы открыть файл в данном случае в верхней части, мы должны поставить курсор в это окно и выбрать любой файл. Для нижнего окна точно таким же образом мы выбираем файл, и он открывается снизу. Либо же поменять на вертикальное разделение, в зависимости от того, кому как удобно. Чтобы переместить файлы, мы можем их схватить слева и передвинуть в левое окно, например, или в правое. И потом просто перемещаться между ними. Это правое окно, это левое окно. Также кнопочка разделения есть вот здесь. Сплит, отключить разделение, вертикальное разделение и горизонтальное. Чтобы закрыть файлы, мы можем нажать крестик слева от файла. На этом все. Надеюсь, данный урок был вам полезен. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. Пишите в комментарии ваши пожелания, а также подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. И нажимайте на колокольчик для того, чтобы узнавать о новых видео сразу после их появления. Вся информация, ссылки на сайты и полезные ресурсы будет в описании под видео. Спасибо за внимание и до новых встреч!